Всем привет, предыстория вот такая была на фьюжике. В общем, был у меня вот такой вот магнитный держатель. Здесь стоял на самоклеющейся пленке. Ну и, соответственно, пятак к нему, который крепился на... Который крепился на чехол телефона. В общем, что выяснилось, магнит здесь слабоват, вот. Ну и во время жары отклеился сначала пятак в дальней поездке на дачу, а потом сама вот эта штука отлепилась от сильной жары. В общем, решено было приобрести другой держатель, помощнее, у которого больше магнитов. Здесь 6 неодыминовых магнитов, крепится на решетку. Но проблема фьюжиков в том, что если закрепить его на решетку, он болтается. Даже если перевернуть дефлектор на всех кочках на даче, он начинает так плясать, что мама не горюй. В общем, что я сделал? Я откинул бардачок. Засунул руку сюда вовнутрь, вытащил вот эту вот монетницу. Ну и при помощи напильника прорезал сюда в край эти самые два паза, чтобы хорошо входил держатель. Да, я понимаю, что держатель можно поменять со временем. И типа это уродство останется, но тем не менее так оно держится намного надежнее на таком сильном магните. Ну и на кочках не будет вибрировать, что тоже немаловажно. Вот, выворачиваем все это дело вот так вот. Ну и вот, в принципе, сама суть вопроса. Телефон теперь можно спокойно, железку засунуть под чехол. Неуродский чехол получается. Под цветным вообще не видно. Ну и, соответственно, есть доступ к клавише аварийной сигнализации полностью к рулевому. Так что, в принципе, как-то так. Держится намного сильнее, чем на танцующем дефлекторе. Ссылка на держатель, а также ссылка на другие держатели будет в описании. Всем, кому было интересно, подписывайтесь на канал, покупайте себе Ford Fusion, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья. Всем пока!